Мы же думаем, что мы думаем, когда мы вот жуем в голове всякую разную умственную жвачку. Но на самом деле мы, по сути дела, просто повторяем одни и те же заученные мысли, мы самооправдываемся, мы находим объяснение своей позиции там, и так далее. Но какой смысл искать оправдание своей позиции, если это все равно никаким образом не способно повлиять на фактическое положение дел? Надо искать способы, как наладить отношения с человеком, если он для вас важен, а не заниматься дополнительными основаниями собственной концепции, потому что вы уже сошлись лбами, и лбы у вас болят, так сказать, от взаимных дискуссий.